Сейчас он остынет, подожди. Так, помощники. Помощник, вот Костя накатал такой круг. Сейчас еще будет катать, подожди, вот. Подожди чуть-чуть, не мешай. Можно, всем будет, все будете по очереди катать. Здесь два скорее на очередь катать. Здесь моя. Вот это я сделал. Раз, два, три. Это теперь не сосиска, а подушка. Так, а теперь вот так вот. Это тебе, ты будешь катать. Так, это тебе, ты будешь катать. Так, это Батыр будет катать. А давай, это... катай, Кость. Сколько тут народу? Вот так. Ну-ка. Вы будете катать, а я буду... Потом стрякать. Все? Катай, Кость. Так. Освободите место пространства. О. Вот другое еще получается, да? Угу. Ром, ты там вот черенок какой-то на пад есть, или что-то нарезал бы вот их, чтобы они были чем катать. А то одна, вот они, видишь, все по очереди. А пельмени стряпать, это вообще у нас... Черенок от лопаты, Валентин Дмитриевич? Надо просто купить и все. По старинке, да? Раньше черенком от лопаты, наверное, крутили, да? Кто черенок от лопаты резал? Батыр, возьми горячий. Это горячий, и это не делают. Это очень маленький. Он то какой-то странный дух скатал. Ох, молодец. Бутылка еще вот. Ну сейчас таких бутылок нет из-под водки. Из-под чего? Из-под водки. Водки? Водка да. Не дается. Из подводной лодки. Нету бутылок, нету. Все. Там, видишь, как аккуратно делает Костя. Ты еще вот даже. Бабушка, уже все? Так, ну-ка. Нет, еще надо, сынок. Молодец, Костя. Так, ну давай теперь все. Теперь, давай пусть теперь Артем крутит. Давай твои. Все, ты все. Иди, ешь чебурек. Остыл. Артем, давай крути. Ох, Артем, сразу видно, профессионал. Видите? Настоящий повар. Ровно, красиво делает. Там что, печень готовится? Это печенку уже давно я сготовила. О, нифига себе. Валентина Дмитриевна не дает нам умереть с голоду. Все? Все. Так, Батыр, иди, твоя очередь. Круглый, чем Кость. Батыр уже ест чебурек. Намного. Помощник. Кость ест круглый. Ты пока долетай, сыплю, и тебе, да, будешь тыкать. Ну что, Батыр, вкусный чебурек? Ага. Очень вкусный. А? Да. Нравится тебе? Мне нравится. Валентина Дмитриевна, главному нашему дегустатору нравится. Ну,
Моя очередь. Да еще батон не крутил. Так что ты ешь пока. Очередь еще твоя подойдет. А сок-то папин выпили, да вы? Молодцы. Вот это? Да. Не, мы еще не выпили. Ну пей. Что ты? Мы еще не выпили. Молодцы. Я думал, это не твой. Думал, это твой? Папа налил себе, поставил, думал, попью потом. Все, Батырь, готов? Потом и попьешь. А это чей? Это мой? Ага, больше это нету сока. Ой, какой ровный. А вот пачка стоит. Где? Пусто. Я из нее последний вылил. Ну ладно, что.